Компания «Axelot» – эксперт в области разработки, внедрения и сопровождения IT-систем, которая работает на рынке информационных технологий с 1998 года. С момента создания компании она сумела занять лидирующие позиции на российском рынке управленческого консалтинга, разработки и внедрения систем автоматизации учета и управления финансами, корпоративной отчетностью и логистическими процессами с использованием решений на платформе 1С предприятия. На счету «Axelot» сотни успешно выполненных проектов в более чем 100 городах России, таких стран СНГ, как Украина, Казахстан, Азербайджан и дальнего зарубежья – это США, Китай, Италия. По результатам исследования журнала «Складской комплекс», система 1С «Логистика. Управление складом» уже 7 лет является безусловным лидером российского рынка ВМС и по количеству реализованных проектов, и по объему продаж, занимая около 30% рынка. Мы работаем в Узбекистане с 2015 года, то есть это наш не первый сюда приезд, на самом деле даже не первое мероприятие, которое мы здесь делаем. Мы занимаемся оптимизацией, автоматизацией логистики, а это отрасль, та область, которая в Узбекистане сейчас начала активно развиваться. Соответственно, мы стараемся, с одной стороны, повысить общее знание рынка, то есть дать дополнительные именно такие вот предметные знания. С другой стороны, познакомиться с бизнесом, познакомиться со страной для того, чтобы лучше здесь работать. Мы можем предложить здесь на рынке уже решения, которые, скажем, и апробированы. Ну и потом, на мой взгляд, все-таки менталитет России и Узбекистана гораздо ближе, чем, например, Узбекистан и Германия. Да? Мы понимаем, в конце концов, мы сейчас разговариваем на одном языке. Нам проще друг друга понимать. Вот. Поэтому в этом, наверное, есть наше преимущество тоже. Потребности рынка год от года меняются, в ответ совершенствуются возможности ВМС-систем. По словам представителей компании, внедренные ими ВМС открывают доступ к планированию, выполнению и контролю всех технологических операций склада в реальном времени. У пользователей появляется возможность оперативного получения информации о единицах хранения, имеющихся на складе, значительно снижается уровень потерь, связанных с неэффективной деятельностью складской службы, а также ведется контроль за деятельностью персонала. Сегодня «Axelot» – крупная российская IT-компания с разветвленной структурой. Филиальная сеть который насчитывает 6 представительств на территории РФ и СНГ. В прошлом году был успешно завершен проект с одной из дистрибьютерских компаний Узбекистана, ориентированный на выпуск готовых лекарственных средств АТМ Фарм. На данный момент в нашей стране реализуются еще 2 крупных проекта.